Всем привет, ключатые, с вами я, Дед Грэнни, и, короче, сегодня будет интереснейший ролик, за который однозначно стоит поставить лайк, подписаться на канал, и, короче, ключатые, знаете что, я сегодня стал золотым крипером. Привет, друзья, я Веселый Джин, меня вызвали, чтобы исполнить любое желание, которое ты захочешь, но чтобы оно сбылось, тебе нужно подписаться на канал, поставить лайк и написать в комментариях, как твои дела, и тогда я исполню твое желание. Да-да, я вот нашел такой костюмчик для себя, вот золотой крипер, и мы будем троллить бабку Грэнни. Но если вам нравится троллинг, то тоже не забывайте писать, кем мне еще стать, чтобы потроллить бабку Грэнни. Но сегодня у нас необычный день, как вы знаете, скоро 8 марта, и естественно, бабка-то все-таки тоже девушка, хоть и в далеком, очень далеком прошлом, но все равно ей хочется получить подарок. Естественно, от деда она ничего не примет, потому что... Ну и бабка же типа монстр, типа такой, но все равно ей хочется. Я знаю, что ей захотелось сегодня получить, ну точнее на 8 марта, и мы сегодня ей подарим типа от крипера. Ну и заодно ее потроллим, потому что у нас есть не только подарочки, но есть еще куча всяких интересностей. Поэтому мы погнали ее троллить и, короче, идем домой. Не забывайте, бабка очень боится криперов. А тук-тук. Ой, не дадут ведь это в туалете посидеть, а? А тук-тук. Сейчас я только на месте сделаю. Ну, тук-тук. Тук-тук. Иди отсюда. Бабка, я в гости к тебе пришел, послушай, Ага, конечно, послушай, а потом... Послушай. Да не, успокойся. Можешь потрогать, я не взрываюсь. Я тебе говорю. Нафиг ты мне сдался, ты же совсем... Я тебе говорю, я не взрываюсь. Я помню, как ты приходил. Взрываешься? Нет. А наоборот, если ты сама ко мне прикоснешься, я могу кое-что тебе дать. Да, прикоснулась, давай. Что, да? Золото? Я же золотой крипер. Ух ты ж, ёшкин, кошкин, матрёшкин. Да. Но только я всякие такие интересности даю, когда только сам я разрешаю прикасаться. А, ну ладно, больно-то не хотела с тобой ещё. Хочешь еще прикоснуться? Ну, один разочек. Ну давай. Опа! И это что? Слитки золота? Да. Так, ладно, я сейчас приду. Давай. Надо все заныкать. Конечно, пойдет ныкать. Надо золотые люстры повесить. Она всегда мечтала дома иметь золотые люстры, внучатый. Опа, все, закрыть. Так, надо будет еще монеты ей покидать. Так, закрыть. Закрыть все двери, закрыть. Так это нам не надо. Закрыть, я сказала. Так. У меня для тебя кое-что есть. Чего есть? Смотри. Конечно, же неплохое. Это что, золотые люстры? А, да, золотые люстры. И оперный балет. Да. Ого, как они светят, так красиво. Учат, если бабка сама захочется... Бабка, если захочет ко мне сама прикоснуться, то ей ждет хана. Так что, красиво, да. Оп, да, очень красиво, да. А! Не что? Надо, я же говорю, не надо. Так я к тебе не прикасалась, я же к люстрам. А, да, конечно. Да, больно. Ну, можешь сейчас ко мне прикоснуться. Ой, уж не надо, спасибо. Ну, давай, прикасайся уже, пузико почеши. Почешешь пузико, получишь еще кое-что. А полдом ты мне уснешь? Нет, честно, давай. Ну ладно, давай. Давай, чеши пузико. Сюда. Юбка золотая, золотые монеты. Ё-моё. А, всё, да? Не чесать больше? Ну, если хочешь, можешь еще почесать. Скалка? Это та волшебная скалка, о которой я думаю? Наверное. А ну-ка, пойду проверю. Ну-ка, не приближайся ко мне. Давай-ка. Проверю. Треснуть этой скалкой по моему зелью, оно должно превратиться в золотое питье. Какое золотое питье? Интересно, у меня тоже есть золотое питье. Так. Смотрите, какой пузырек есть. И правда. У меня тут еще кое-что есть. Что есть? Смотри. Чего? Смотри, какая у меня бутылечка есть. Нифига себе. Ну ладно, давай еще пузико почеши. Давай. Размерчик. Давай. Это волшебный котел. А это голова дракона, которая мне всегда была нужна. Ага. А зелья-то какие разные. Амулет. Ну, наверное, все. Мне пора. Стой, ну мне пора, да, в общем-то. Постой. Подожди, а
надо, не надо так делать, да. Уточнить, уточнить. Ладно, не буду. Что уточнить хотел? Я тебя провожу, провожу, давай. Давай, давай. Провожу, давай, подойди. Ай-яй-яй-яй-яй! Ну что ты делаешь-то? Да я ж не касаюсь, не надо мне тут... Что? Мои люстры золотые, все покоцались! Ой, кажется, у меня что-то тут осталось. Обалдеть, полдома нету. Да, да. Так, ну что ты, ну кажи, все нормально. Так, все. Пойду на экскурсию по твоему дому. Не надо, не надо, не надо. Туда посмотрим, как ты поживаешь. Не надо, не надо. Так. Не надо. Лучше туда не ходи. Куда? А ты куда ушел? А я вот тут вот. Вот тут вот это где? Ну тут вот, а что? Тут это где? Где это там? Ну вот я, ну я вижу, где там. А тут где? Вот тут лестница, вот тут вижу, вот тут еще одна лестница вижу. Я спускаюсь вниз, вот тут лестница еще одна. Подожди! Ты что, ко мне по дому ушел, что ли? Так. Не надо туда ходить, я тебе говорю. Ого, какие тут штуковины интересные. Какие тут штуковины интересные есть, да. Куда он делся? Так, 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 так. Ты куда делся? Какие синенькие. Ты что творишь-то? Ох, это все плохое. Ужас-то какой. Да все понятно. Не ладно. Твои подарки, убирайся. Все, ладно, есть главный подарок. Уходи. Чеши давай. Уходи, меня. Уходи, я тебе сказала. Чеши давай меня на улице. Я не собираюсь я тебя чесать. Ну ладно, тогда я тебе так подарю. Это ты, врун. Че это? Это цветы. Ты? Да, ведь скоро праздник. Какой праздник? Иди дом чини, ты мне полдома снес. Да это ладно. Ты что, бабушка вот так отблагодарить решила? Я тебе хотела сейчас правильно я... поесть. Сейчас я тебе все починю. Завтра у тебя дом будет вот такие. О, золотой? Да. Офигеть, это что, настоящее? Это настоящее золото, да. Настоящее? Да, и да. Я буду своими ножками старыми ходить по... Вместе с дедушкой. А, у меня же еще и дедушка есть, точно. Я... Ты что, забыла про дедушку? Да нет, вот нет, старая, конечно. Я, кстати, чем-то... странно, куда он делся-то? Дед? На рыбалку, наверное, пошел. Ох, я ж не знаю. Дед! А? Дед, блин, выходи! А он ушел. Куда ушел? Ты что, на рыбалку, видел? Наверное. А мы при входе встретились, ага. Он от меня сиганул прям в океан. Подожди, так он меня предупреждает всегда, когда уходит на рыбалку. И говорит, я пошел на рыбалку. Ну, я-то откуда знаю, это уж ваши дела. Да. Тихо, бежим, 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 бежим. Так, убегаем, убегаем, убегаем далеко. Алло! Так, тихо, сейчас возьмем телефон. Алло! Алло, баб, да, да, да. Ты где? Да вот рыбачу, рыбачу. Где рыбачишь? Да вот за 3-9 земель. За каких 3-9 земель? Мы только недавно тебя сказали, видели. Ну, я вот ушел на соседний берег, да. На какой соседний берег? В деревню жителей. А не надо, не приходи, а то рыбу напугаешь. Я только прикормил, значит. Ага. Сфигаль, Ваня, не, ну можешь приходить червячков насадить, давай. Фу, каких червячков? А, не, ну хочешь? Ну тогда не пугай мне рыбу, все, бабка, давай, пока. Все, давай, рыбу принес, чтобы. Ага. Крипер? Крипер, я тоже ушел. Пузика. Все, все. Внучатый, короче, все. Андрей. Теперь бабка будет сама себе дом отстраивать, кажется. Ну, подарок, короче, я ей оставил, так что, ну, что-то мне кажется, что это такой добренький троллинг сегодня получился. Но мне кажется, это очень редко будет, потому что слишком уж бабка деловая колбаса. Поэтому, внучата, вы сейчас обязательно меня поддерживайте, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачки, всем пока-пока.